Кафе возле пляжа «Ривьера». Место, по сути, проходное, но посетителей нет. Они знакомятся с ассортиментом, разворачиваются и уходят. Все дело в том, что персонал заведения попросту разбежался, испугавшись проверки комиссии. Повара даже бросили недоготовленную еду. Ну а те, кто остался, пытаются объясниться, но получается невнятно. Я просто помогаю. А вы оформлены по трудовому договору? Заключали с вами? Нет, пока я сегодня недавно. Тут же находится еще одно нарушение. Лицензии на алкоголь у кафе нет, но в меню он есть и в большом разнообразии. Просто спрятаны бутылки подальше от глаз проверяющих. Алкоголь изъяли. Кстати, хозяина заведения дождаться так и не удалось. А вот сразу у четверых сотрудников общепита не оказалось регистрации и документов. А это уже вопрос безопасности. Именно на этом аспекте сделал акцент Анатолий Пахомов. Глава Сочи на еженедельной комиссии по неформальной занятости еще раз подчеркивает. Каждый принятый на работу сотрудник должен быть обязательно проверен полицией. Потому как неизвестно, с какими намерениями человек устраивается на работу. Требование одно. Человек, которого вы взяли на работу в отель, человек, которого вы взяли на работу в бар, человек, которого вы взяли на работу в ресторан, он должен быть проверен. А чтобы он был проверен, вы просто обязаны передать о нем информацию в полицию. Не оформлять – это быть соучастниками. Иногда преступления. Много событийных мероприятий в городе, экономика развивается города, рабочие места появляются. Это ничего никому не будет нужно, если, не дай бог, что-то будет происходить в плане безопасности. Еженедельные проверки городских предприятий показали, почти в половине из них нарушения. Количество фактически работающих сотрудников и оформленных работников не совпадает. Оправдания, как всегда, стандартные. Я понимаю, было предприятие там 100 человек, другое дело. Если я сам работаю, я тоже когда выходные брать. Оформлять работника нужно, даже если он работает всего один раз в неделю. Кроме того, подчеркнул Пахомов, неоформленные сотрудники или получающие серую зарплату лишают себя возможности взять, например, кредит или ипотеку. Да и пенсия у них будет мизерной. Ну а предприниматели ждут крупные штрафы. Если физическое лицо – 10 тысяч за каждого неоформленного. Если юридическое, то все 100. Ну а комиссии по труду теперь решено проводить не еженедельно, а каждый день. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.